Очередные победы в копилку белгородского армспорта. Сборная «Белгу» успешно выступила на всероссийском турнире «Кубок Балтики», который проходил в конце октября в Санкт-Петербурге. Атлеты привезли золото, серебро и бронзу. Диана Калединова с подробностями. Три подхода по 12 повторений. Одно начало. Быстро вверх, медленно вниз. Елизавета Решетник – мастер спорта России по армрестлингу. Девушка 2 года выступала в составе сборной страны. На соревнованиях в Санкт-Петербурге белгородка боролась в весовой категории до 60 килограммов и набрала максимальное количество очков. Несмотря на высокую конкуренцию, Елизавета не оставила шансов соперницам. Основной состав был из местных участниц, местных спортсменок. Была девочка из Архангельска и Саратова. Выделить я не могу никого, честно, вот без обид. Соперницы не составили труда. И к счастью, и к сожалению, конечно, я рада, что победила, но не было той борьбы, на которой я готовилась. Елизавета любит мужские виды спорта. В армрестлинг пришла в 2011 году после занятий боксом и пауэрлифтингом. Эта на вид хрупкая девушка спокойно поднимает и жмет от груди вес, превышающий собственный на несколько десятков килограммов. В настоящее время ставит перед собой большие цели. Планирует попасть в двойку сильнейших на чемпионате России 2017, чтобы получить путевку на мировой турнир. На 5-х юбилей в всероссийских соревнованиях на Кубок Балтики в Санкт-Петербурге принимали участие более 120 спортсменов из 22 регионов страны. В каждой из 9 весовых категорий в поединках выступали до 20 атлетов. В турнире состязались 5 белгородцев. Бронзу в борьбе левой рукой взял Анатолий Запорожский, а серебро в категории до 90 килограммов завоевал Манвел Дорбинян. Манвел учится на 2-м курсе магистратуры факультета физической культуры и спорта БелГУ. Кандидат в мастера спорта по армрестлингу. Вот уже больше 3 лет выступает в составе белгородской сборной команды на всероссийских соревнованиях. Атлет признается, именно в этот раз борьба была тяжелой, так как соперники имели титулы и весомые достижения на всероссийской арене. Например, в финале пришлось сразиться с 2-кратным чемпионом России. Надежды белгородца на победу не оправдались. В финале встретился с Имраном Нурзалиевым. В финальном поединке я его выиграл. С большим трудом, но на суперфинал у меня не хватило сил, скажем так, опыта, может быть. Результат стимулирует. И так как турнир являлся мастерский, я планировал добиться этого звания, но не получилось, поэтому буду еще упорнее тренироваться, еще сильнее. Не в первый раз наши спортсмены приезжают с различных крупных турниров с наградами. Были соревнования даже более высокого ранга. Но в данном турнире мы принимаем участие впервые. То есть впервые мы поехали в Санкт-Петербург, и очень приятно, что сразу же приехали с медалями. Мы все переживали, все поддерживали и все рады его достойному результату. Сейчас студенты-спортсмены ведут активную подготовку к универсиаде вузов, которая пройдет 25 ноября. Команда по армрестлингу Белгородского госуниверситета – это основной состав сборной региона. 16 декабря белгородцы выступят на традиционном турнире Тульской области в городе Алексин. Диана Калединова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.